На что-то я сохранности уж. Сука, я тритон, ну ладно. Еху, всем привет, меня зовут Артём, я свой канал собираюсь расчинил, я опять буду я надеюсь во всех вариантах. Еще посмотрим новую, на жизни, которая выше совсем не дал, даже сразу с башей, посмотрите. Так, а вообще тут как всегда, как обычно, появились еще новые прически, да. Да, как всегда. Короче, я понимаю разработчика, зачем их как добавлять постоянно. Смысл заделать, нафига столько. Тоже более сотни их, наверное, он все добавляет и добавляет, ну, скажем, обновлением. Смысл доделать вообще. Ну, может, даже будет другой добавлять, например, там новое оружие, тут и новые растения добавить, а нет. Он добавляет прически, да. И постоянно. Прям каждым божьим обновлением. Так, короче, это вроде последний был бы хатач. Короче, сказали, что это холодный бах, тут точнее сосед из холодный бах. Ну да, явно искусство есть. Хотя и не совсем, ну да, вроде бы там. Вроде бы похоже на соседа. Да вроде бы это новое, да? Уже уж нормально, что можно сказать. Нормально так. Шикарно. Что за дичь на голове тут? Что за беспредел на голове тут? Давайте что-то непонятное. Да уж. Первый вид такой я вижу. Да уж, как-то странно что-то. Крайне странно. Ну, странно, ну ладно. Так, хорошо, вернем, короче, последнюю основу. Так, хорошо, вернусь, пусть пока так будет, не знаю. Но вроде бы неплохо так. Ну, если тут назад сделать, а не вперед. Где хвосты? Ну ладно. Короче, тут еще что у нас появилось. Очень тупо есть какая-то пасхалка особая. Тут надо учиться про все и тест предметы. Какие-то 8 предметов найти надо. Пошли сразу искать, короче. Да, наверное, долго тут очень много всяких кабинетов, комнат тут. Так, а вот вопрос. Хорошо. Первый из 8 бредов найден. Пошли искать дальше тогда. Так, вроде бы уже ничего не добавилось. Тут что за было? Какой-то новый баг. Интересно. Очень странно, ну ладно. Так, ну хорош. Теперь тут все обрутать полностью. Так, а вот нашел. Хорошо. Так. Да сразу не надеюсь, что я могу один предмет держать. Вот может. А, да. В степах. Окей. Хорошо, ты уже на один предмет, если все. Продолжаем дальше поиски. Так, а я вот. Очень понятно, тут в классах все лежит, оказывается. А я тут ходил по этой комнате, там все и обыскивал. Так что тут тоже что-то. Это ключку за ним нету. Очень понятно, тут все лежит в классах. А вот, вот и последний предмет, хорошо, 8 ключ. Так, даже, короче, надо выйти на крышу. Написал не дорогие, кажется, или что-то вроде этого. Так, окей, и что дальше делать? Даже когда посылку нажать сейчас надо. Так, тут вроде ничего нового нету. И что мне делать тогда? Странно. Короче, не знаю, как учить эту посылку тебе, ведь что-нибудь очень не получается. Тут куда-куда нажимал, не выходит. Ой, куда тут еще, что еще нужно сделать? Куда-куда ты их нажимал? Как я получил? Как у меня получилось? А почему только сейчас получилось, не помню. А, я понял, надо было за смех нажать. Катаю просто еще. Я тут мучился, короче, понятно. Поздно было на смех нажать еще. Так что это за злот такой еще? Это кого-то аниме, что ли, нет. Окей, вот это что еще, эти вещи похожи, но оружие такое было.
Вот это да. Интересно, подождите, надо ли заскринить как-нибудь на каком-нибудь фоне. Мой телефон как-то видите. Так, где-то как-то так стало. Так, секунду. О, нормально, заскринил все. Что я включу со счет одного, если мне интересно. Что это такое? Это не баг или... Баг, что это такое или что? Итак, нам я бы сказал, короче, необычно было. Ты это дает, хлопец. Вот это да. Вот это пасхал, короче, супер. Жор, бегите. Что стоит? Хорошо, они в панике. Бежать вниз. Неплохо получилось. Пытаемся стоять. Вот это. Да ладно, можно сразу двоих подряд бить. Вот это пасхалка. Наверное, в магии скорочный, казалось бы. Супер просто. А. Приношение темнеет, подождите. Не реально темнеет. Почему-то по какой-то странной причине. Что-то новенькое тут. Что-то совершенно новое. Так, вам помочь. Это не вытащить его. На что-то я тут сравнивать, уж. Сука, я говорю, то ну ладно. Если кто-то тут не обнаружит там. Хорошо, давайте попробуем всех тут хоботы побить этих сражающихся и попробуем, чтобы будет посмотрим. Давайте начнем с тренера. О, сейчас это с тем тренером за что он делал, что ж, заводил у нас и так далее. Сейчас за чего там с ним. Ну, за раз здесь, кстати. Все, время есть, время здесь, за все, что происходило тут. Что хочешь отбрасывать, хорошо. Нормально так. Ну, окей. Жуж, короче, что такое было безбашенное безумное обновление? Энергия еще моя тайна. Ладно, короче, я думаю, что у меня хватит тогда. Теперь за просмотр, ставьте лайк, надо подписывайтесь. Нажимаем будет встреча в выпуске. Всем новых встреч, удачи.